Продукция только высокого качества – это основной принцип работы Ачинского НПЗ. Завод является одним из лидеров в Сибирском федеральном округе по производству моторных топлив самых жестких экологических стандартов. 2 года назад предприятие перешло на выпуск дизельного топлива и автомобильного бензина наивысшего класса – Евро-5. Продукция НПЗ неоднократно становилась призером всероссийского конкурса «100 лучших товаров России и российское качество». Такой результат говорит о многом, ведь работа над качеством – одна из приоритетных задач предприятия. Мы анализируем согласно графику аналитического контроля, согласно графику входного контроля, а также в ходе производства товарной продукции всю промежуточную, так называемую уходовую продукцию. Высокое качество выпускаемой продукции позволяет предприятию успешно конкурировать с другими производителями. Нефтепродукты Ачинского НПЗ реализуются в регионах России и направляются на экспорт. Завод перерабатывает порядка 7 миллионов тонн нефти в год. За 35 лет переработано более 200 миллионов тонн нефти. Сейчас на предприятии ведется планомерная работа по совершенствованию технологий производства, повышению эффективности эксплуатации установок, реализуется комплексная программа технического перевооружения, строятся новые объекты. Всего в проектах развития у нас 59 объектов. Это достаточно много. Особенно крупные, такие как комбинированная установка гидрокрекинга, комбинированная установка по производству нефтяного кокса. Задачи и планы амбициозные. Строительство этих объектов и ввод их в эксплуатацию позволит увеличить глубину переработки нефти до 96%. Вырастут и объемы выпуска светлых нефтепродуктов. Рынок дополнительно получит 2,5 миллиона тонн в год автобензина и дизельного топлива, соответствующих высшему экологическому стандарту. К своему юбилею Ачинский нефтеперерабатывающий завод подошел с хорошими показателями. Не меньше их будет и в будущем. Александра Репьева, Дмитрий Шевцов. Новости.